Международная научная конференция «Древний мир» в культурный центр Тюркского мира прошел в Мары в конце мая 2015 года. Форум был организован совместно с Министерством культуры Туркменистана, Международной организацией Тюрсой и Академией наук Туркменистана. С приветствием гостям и участникам обратились министр культуры Туркменистана Анагильды Гараджаев и заместитель генерального секретаря Тюрсой Фурат Пурташ. Выступавшие на церемонии открыто подчеркнули, что проведение международных форумов позволяет расширить знания о культуре, традициях, обычаях, искусстве туркменского народа. Гости отмечали, что тюркские народы, проживая в разных странах и имея различную историю, тем не менее объединены едиными корнями, и им необходимо взаимодействие, так как оно всегда способствует взаимообогащению культур. В форуме приняли участие литературоведы, культурологи, искусствоведы, историки, архитекторы, археологи из Турции, Российской Федерации, Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Македонии, а также представители научной и культурной общественности Туркменистана. В заключительный день форума участники совершили экскурсию в государственный историко-культурный заповедник «Древний мир», уникальный памятник которого включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.